В платежных поручениях при оформлении с 1 января 2017 года следует указывать получатель, ИНН получателя, КПП получателя и АКТМО, данные налогового органа. Коды бюджетной классификации при уплате с 1 января 2017 года за периоды до января 2017 года поменялись незначительно. Поменялось всего первые три знака. Если раньше вы платили, КБК указывали 392 администратор или 394, то сейчас с 1 января в платежках следует указывать начало КБК 182. По кодам бюджетных классификаций при формировании платежных документов, начиная с 1 января 2017 года, изменения уже существенные. Данная таблица соответствия была направлена всем налогоплательщикам, которые сдают налоговую отчетность в электронном виде. Также с таблицей соответствия можно ознакомиться в сети интернет и на информационных стендах в инспекции нашего города. Одновременно хочется напомнить, что при исчислении минимального налога за 2016 год при формировании платежных документов с 1 января 2017 года КБК следует указывать УСН доходы минус расходы. Елена Фирсова, Петр Куприянов, новости Новочебоксарска.